Всем привет, друзья, с вами снова Дэнни. И я продолжаю проходить игру Outlast 2. Поехали! В стране короля узурпатора, получившего при рождении имя Линч, который столкнулся с войной и не сражался. Блин, не успел. Ну а мы продолжаем искать шахты, в которых мы продолжаем искать Лин. Блин, да туда же пёхать и пёхать. Прям по этой расселине. Что там, мост? По-моему, мост. Давайте посмотрим, что я записал. Шахты. Это ведет к шахтам, куда другие забрали Лин. Кто другие? Антихристы. Ироды. Кто здесь? Ух ты. Здесь достаточно атмосферненько, если побывать здесь в реальной жизни. Осторожно. Да держись ты. Да ну, серьезно, мне придется идти через этот мост? В смысле? Вы слышали? Да, вот, кто-то здесь кричит. Кто здесь? Надеюсь, я ни с кем не встречусь. По-моему, кто-то уже рухнул оттуда. С моста. Блин, как это вообще строили? Если так посудить реально. На этом же мостике проезжает транспорт. Капец. А тут не то, что на транспорте. Тут пешком-то страшно идти. Блин, а кто там кряхтел-то внизу? Ух ты, блин. Оно не рухнет подо мной. Ох, ладно, надо собраться и просто пройти. Я просто не очень люблю высоту. Блин, я думал, он как со скалой просто зацепится. О боже, это не так далеко. Это не так плохо. Ну, на самом деле, да. Я думал, он как со скалой пойдет просто аккуратненько и пройдет вдоль этой палочки. Окей. Я не очень, на самом деле, люблю высоту. Блин, аккуратно. И вот эти все перепады высоты даже в игре мне даются стрёмненько. В чем дело? Серьезно, что это за стрекозы или что это? Ёлки, присядь. Мы далеко уже ушли? Ох, капец, как представишь, что просто стоишь посреди деревянной какой-то херовины, которая может вот-вот упасть. А еще тебя пытаются сбить. Черт! Эй, что? Серьезно? Держись, блин! Ай, блин! Капец. Друг, ты живой? Эй, Блейк. Это была саранча или нет? Лэрд, ваша милость. Это была тень в небе. Но я не полностью уверен. Лэрд, я что-то читал про него. Бог любит своих детей. Ага. Кто там? Фу, в смысле? Я что, вверх ногами вишу? Реально, смотри-ка. Это что, камера моя? Да ладно, кто там? Кто это, блин? Что это за тварь? Жаль. Его страдания закончились. Слово, но это правда. Блин, что это за тварь? Это что, алхимик из Доты? Грядет переломное время. Эй, надеюсь, ты утопал и не увидел меня. А как неслись-то? Давай. Аккуратно. Больно. Наверное. Камеру подними, чтобы тебя не спалили. Блин, интересно, куда он шагал. Кажется, я пошел длинной дорогой. Действительно, блин. Чуть-чуть осталось дойти, и ты решил спрыгнуть. Так, а кого они там убили-то? Ты кто такой? Спрятаться. Куда? В бревно? Прикол. Такой пень большой, и внутри ничего нет. Так, а куда мне выбираться-то из этого леса? За ними, что ли, идти? Но за ними как-то не... Бесперспективненько. Не хочется даже двигаться туда. Там кто-то на скрипке играет. Я не хочу. Эй, алхимик.
Скрафти мне пару батареек. Нет, серьезно, они здесь? Тут же ни хрена не видно. Друзья. Эй, алло, кто-нибудь? Это, по-моему, друзья. Папы Нота. Слышали? Где-то рядом. Зачем я иду на звуки? Скажите мне. Мне не хватает впечатлений, наверное. Опа, записка. Кто здесь? А ну-ка. Тут про какого-то типа, который, короче, огреб. И типа написано, не повторяя его ошибок. Интересно, про кого это? Блин, а куда мне? А, сюда. Через завал. Я хоть в том направлении двигаюсь. Блин, как-то тут жутковато становится по лесу бродить. Блин, опять все затихает. Или нет? Когда музыка начинает затихать, как-то стремновато становится. Так, по-моему, выходим к свету. Да, здесь определенно поярче. Давай, давай, давай. Блин, найди дорогу какую-нибудь хотя бы. Нет, серьезно, а как мне проходить? Под низом? Ах ты, блин, кто это? Твою Машеньку. И медведя. Я просто пытался перелезть через этот... Через эту херню. О, блин. С самого начала начинается. Бодрячки. Мне не страшно. Мне не страшно. Обосраться как... Не страшно. Сзади булькает. Видели, камыши шевелились? О, блин. Крепись, друг. Мы с тобой спасемся. Кто, что, где, кого я снимаю? Тебя? Что это? Что там? Sickness here. Что это значит? Давайте посмотрим. Sickness here. Отвратительно. Боже, сохрани. Эти люди сгнили до того, как были убиты. Прикольненькое замечание. Ух, надеюсь, за мной никто не идет. Фу, черт. Кажется, должна быть другая дорога. Нет, друг, я хочу этой. Ладно, уговорил. А, серьезно? Там же вообще ни хрена не видно. Все, мы в жопе мира. Затихла музыка, и сейчас опять какая-нибудь тварь выскочит. Записка. Кто это? Судя по всему, это мумия. Что, она жив... Он живой? Серьезно, он шевелится? Да ну нафиг. Короче, здесь написано, что все мирские болезни, сифилис, там вот эта вся фигня, это все плод воображения, короче, это все духовная болезнь. Нифига не... Короче, не болезнь это. Типа, верьте папе Ноту и священнику. Что там? Лэрду. И типа, вы очиститесь от грехов. Ты что там творишь, тетка? Ты меня не видишь или видишь? Эй. Мерзкая. О, как ее прет. Он снизойдет на облако саранчи, чтобы излечить наши болезни. Раскаявшихся, пораженных. Капец, она вся чешется. Ну, по доброй традиции, я должен с ней познакомиться. Эй, привет, меня зовут Дэнни. У тебя, кажется, муж там погибает, да? Что это, рыбка? Мне не страшно. Я ж просто хотел познакомиться, подруга, ну. Блин, опять вдыхло кому-то дал. Ладно. Мне тебя не жалко, тварь. Блин, там еще кто-то. Да тут всем, походу, плохо. Все погибают в округе и мучаются. Кто-то впереди, что ли, кряхтит. Эй, друг, может тебе скорую вызвать? Охренеть, они вообще трупами лежат.
Все в язвах, непонятно. Так, здесь, наверное, ничего нет. Нет, тут ничего интересного. Блин, а что это за место вообще? Ах ты, блин! Падала! Фу, бляха-муха! Он на меня наплевал. Это, говорит, благодать. Вот ты говно, ты меня напугал. Вот там еще кто-то кряхтит, смотри-ка. Капец, сколько их здесь. Они все блюют и зачем-то купаются. Блин, а там что? А куда мне идти-то? Вперед или... Капец. Я раскаялся. Пожалуйста, излечи меня. Я раскаиваюсь. Раскаиваюсь. Пожалуйста. Ах ты, блин, ты кто? Ты что на меня машешь, падла? Блин, пошел в жопу. В смысле? Ты что, по своим делам пошел? Блин, мне на самом деле интересно, что там внутри. Можно ли сюда забраться? Эй, друзья, можно к вам? А ну-ка. Я просто не хочу туда идти. Чтобы выглянуть из-за края, нажмите ЛТ и РТ. Мне кажется, эта дорога побезопаснее. А, ну понятно, это тупик. Прекрасно. Так, здесь очередная глава Папы Нота. Не буду я это читать, это всякая фигня. Так, мне надо как-то аккуратно мимо них пройти. Мне сейчас опять кто-нибудь кинется из них. Да? Ты, мразь. Стой тут. А лучше покушать сходи, ты какой-то худощавый. Перезарядить. Единственное оружие, которое я могу перезаряжать в этой игре, это моя камера. Так, вот туда я могу залезть? Нет, не могу. Да и не хотелось особо. Там болтает. Ой, блин, они повсюду. Вот это вообще труп. Вообще мумия, у него зубы уже наружу торчат. Капец, а у этого что с рукой? Можно я сюда пройду? Капец, вы еще здесь все спите, что ли? Тут кто-то кого-то провозглашает. Эй, друг, ты чего от меня хочешь? Отвали. Я же могу просто выйти мимо тебя. Ты же не кинешься, падла? Давай-ка ты здесь посиди, ладно? Я не хочу с тобой общаться. Ай. Так, я хотя бы начинаю куда-то выходить в мир. Тут одни трупы. Живые. Ёлки. Еще мужчины, переставшие использовать женщину природным путем. Что ты несешь? Они получили расплату за свои ошибки. За свою ошибку. Низкие чувства. Ты имеешь в виду, у тебя давно с мужчинами ничего не было, да? К женщинам природные чувства превратились в противоестественные. О чем ты? Вы обесчестили собственное тело. Ваше глупое сердце заполнилось тьмой. Что там? О, что там? Кто там? О, это этот алхимик. Ёлки, мне походу с ним скоро придется встретиться. Давайте-ка посмотрим, что я записал. Давай быстрей. Симбионт. Я даже не знал, на что смотрю. Это был как будто обезображенный ребенок. Это просто мужик, который таскает какого-то типа на горбу. Похожего на карлика. Не может же это быть ребенок? Ёлки, здесь кто-то уже пытался залезть. До меня. Походу, безуспешно. Как-то мне не хочется в ту сторону идти, куда он ушел. А нет, кто-то все-таки забирался сюда. Надеюсь, я с ним не встречусь с глазу на глаз. Блин, там какое-то палево наверху. Аккуратно. Ах, блин, я знал, что там будет, падла это. Да ну нафиг. Я там. Я там где-то тварь. Где он? Где этот... Тварь. Ты что, очки похерил? Серьезно? Фух, слава богу. Они на месте. А камера на месте? Блин, где он? Он же туда ушел. Блин, я как знал, что сейчас туда упаду. Шикарно. Я, походу, сейчас встречусь с ним лицом к лицу. Блин, тут, походу, лагерь этих...
ходячих трупаней. В смысле? В смысле? Что происходит? А мне-то куда идти? Да куда мне идти-то? Ну, вот он, я его вижу. Он меня тоже. А куда мне идти, блин, серьезно? Он просто кидается в меня. Ай-яй-яй-яй. Блин, а сюда не присесть, не пролезть, да? Он сзади? О, кто там? Смотри, он ползает. Ай-яй-яй-яй. Вот он. Да беги. Беги на него. Он сзади? А, он медленный. А как? Куда бежать-то? Все, бегу. Беги. Куда-нибудь чащу. Опа, дядька. Куда бежать-то? Ай. Нифига непонятно, где ваша вера, говорит. Я верю. Блин. Ну кто это? Что это за тварь была? Да беги быстрее. Беги быстрее, блин. Быстрее. Доползи ты, блин. А кто там? В смысле? Какого хера я опять в школе? Видели, какая-то тварь там ходила? Сюда, Блейк. Джесс, вернись. А что это за мужик был? Может быть, это как раз и был тот отец? Ну, про которого говорили в одной из серий. Блин, интересно, что он сделал с Джесс, если это он был. Так, она меня сюда позвала, в коридор. Так, здесь закрыто. Что тут интересного? Кто там? А, блин, мы тут не одни. Да я понял, что мы тут не одни. Здесь никого. Блин, сюда тоже не зайти. Ох, сейчас будет какой-нибудь срачный скримач. Опять. Не хочу. Я хочу что-нибудь поспокойней. Вперед я уже не пойду. Наверное. Мне здесь ничего интересного. Но мне туда, да? Мне к ней. Блин, я не очень хочу туда идти, честно. А где? Куда она зашла-то? Сюда? Нет, туда. Там дверь приоткрыта. Здесь ничего нету. Что там? О, заставонька та самая из 98-го Windows'а. Или из 95-го, не помню. Давайте посмотрим. А, это письмо? О, почта, нифига прикол. 95-я реально или 98-я? Не, наверное, 95-я, потому что декабрь 95-го. Короче, это письмо отцу Поркари от Шелли Пархам. Я так полагаю, психолога. Разговаривают они о Джесс. Но я пока что-то как-то слабо понимаю, о чем здесь ведется речь. Идет сохранение. Знаете, когда идет сохранение, и перед тобой открытая дверь, за которой не знаешь, справа или слева стоит какая-то падла? Очень не хочется отсюда выходить. Прям очень. Но мне, походу, придется. Ладно, не буду портить момент, пойду. Да ладно. А куда идти-то? Ёлки. О! Ненавижу темные углы. А еще ненавижу тишину. Это прям очень, очень страшно. И очень напрягает. Блин, ну по-любому сейчас как-нибудь обернусь, и какая-нибудь мразь выскочит. Фух, здесь нет никого. Ага. Пожалуй, сразу перезагружусь. Так, ну, наверное, в этих дверях будет какая-нибудь жопа. Слева. А где? А, вот здесь? Эй, кто там? Кто там? Да там же никого. Блин, опять эти коридоры с кучей комнат. В смысле? What the fuck? Джесс? Эй, ну-ка, быстро прочитай. How the fuck do I get out of here? Как мне, черт говорит, попери отсюда выбраться? Я ее не записал. Эй, Джесс, это же Джесс. Ну-ка, давайте посмотрим. Go. А, не уходи. В смысле? Куда не уходить-то? Так я не ухожу, я к тебе иду. Куда она делась-то? О, сейчас будет жесть. Нет. Что? Кто-то закрыл за мной, я так полагаю. Они поют какую-то колыбельную. Святой Сибиль. Школа.
Здесь есть что-нибудь полезное? Наверное, записка, да. Висельник. Окей, я понял. Мне придется идти на музыку, да? На мелодию. Блин, не очень-то хочется. Опа. Они наверху поют? Да ладно. Я, честно говоря, не очень хочу наверх. Но походу придется. Погнали. Что там? Что там? Что? Не понял. В смысле? Я где-то в дереве? Ни хрена непонятно. Блин, сейчас будет этот падла. Кто там? Нет, показалось. А, кто это? Кто это? Нет, нет, давай отпусти. Черт, отвали от меня. Черт, отвали. О, это он. Какой ты мерзкий. Вы мерзкий. Хвала Господа. И пророку Нота говорит. О, какой мордой. Прости меня, Господи, но я должен быть уверен. Что он делает? Что ты делаешь? Открой ему рот, Ник. А, фу, ты мерзостью своей заражаешь, что ли, это? А, гадость. Да, проглоти, говорит, это, вот так. Господи, пожалуйста. Он, говорит, не запятнан, он чист. Серьезно, у тебя была какая-то цель меня затравить? Ты вонючая дворняга, он еще не перевоплотился. В смысле? Он не переродился. В кого? В тебя, что ли? Сначала нужно затащить его на тот крест. Берите мой молоток и гвозди, давайте поднимемся на тот холм. Ай! Он родился на крыльях саранчи, незапятанный, как новорожденный. Он принесет нам благую весть, священные слова его учения. Да блин, куда вы меня тащите, придурки? Блин, друг, давай зацепись за что-нибудь. Ой, какой мерзкий. Видели? Видели, он как собака сидит? Капец. Кто там? Там еще кто-то топал. Мы съедим эту плоть во время святого... В смысле, вы меня съесть хотите? Да ладно. Что это за мерзость такая? Ты реально симбиот или ты чувак, который сидишь на нем? Для меня, говорит, все готово. В смысле, что готово? Что? Что? Не делайте этого, пожалуйста. Где, говорит, твоя проповедь? Фу, какой ты мерзкий, а? Говорит, которая по окончании всего приведет нас к спасению. Истина, твое наставление. В смысле? Что вы делаете? Мы долго страдали, ожидая тебя. Хорошо, старый Наник. Думаю, нам стоит забить эти гвозди. Серьезно, вы меня приколотить хотите? Ай, блин, да ладно! Ай-яй-яй-яй! Как это больно-то! Наверное. А, он второй гвоздь заколачивает! Капец! Да ты чё, с одного удара не можешь, придурок! Да, это было круто. Хочешь попробовать, придурок? Что это такое? Ник, дай мне это. Что там, камеру увидели? Эй, это моя камера. Это камера? Запись? Конечно, как я мог ее не заметить? Современный Христос скорее будет использовать камеру, а не книгу. Вы что, меня за Христа считаете? Это наша проповедь, как я мог не знать? Господи, прости, что сомневался. Нет таких страданий, которые я не заслужил. Я червь, говорит. Блин, вот козлина, верни камеру. Или хотя бы сними селфи со мной. Я должен выучить его уроки. Серьезно, ты мою камеру будешь смотреть? А, второй гвоздь. Блин. Ты свет мира, ты путь, ты... Ай! 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 Блин. Жесть. Так это уже третий гвоздь. Куда вы меня там тащите, поднимаете? Ого, нихера себе. Куда-то прям над елками. Эй, Блейк, очнись. Очнись, Блейк. Блин, он погас. Блейк, ты живой?
Ага, приколоченный, капец. Блин, как-то у них тут все не стерильно. Ты что, только на руках висишь? Да ну, в натуре. В смысле? Ай-яй-яй. Коснитесь несколько раз, горит. Ты ж шляпку через всю руку протащишь, придурок. Ай, больно. Жестяк. Ужесткач. Мясо. Жесть, ребята. Я ж без камеры, я ж ни хрена не увижу. Охренеть. Эй. Вы истекаете кровью, нужно найти бинты. О боже, черт, боже. Блин, нифига себе, тут крестик-то. Черт, нужно остановить кровь, нужно. Ладно, друзья, на этом, я думаю, на сегодня хватит. Бинты мы будем искать уже в следующей серии. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующую серию. И поддержи меня лайком. Всем пока и до скорого.